Так, найти хопа. Опа. Я пошел куда-то не туда уже. Вроде как. Да. Road Dance Revolution. Привет. Наводить суету. Тяжелые наушники сжимают голову? Нет, они просто... Они с хорошей шумоизоляцией просто. Они очень давят на голову сильно. Для того, чтобы изолировать шум. Но это к этому надо привыкнуть. Просто после того, когда ты используешь капельки, большие наушники тяжело. А, ты правильно шел, блин. Я сам себя запутал. Я не могу смотреть, кто это. Да. А его тут нету. Будем ждать. Маша тоже жаловалась на уши. Они просто сильно давят. А так они очень классные, потому что у них нет проводов. Это большой плюс, я думаю. Он покрывает все их минусы. Надо открыть окошко. Здорово, Боб. Так, ну и сколько мне ждать? Ну, по сценарию, сейчас мы просто цивилы. Ого. Кровь. Вот где этот ебаный хоп, блядь? Вот сколько его ждать? Ладно. У меня рации нету. Пошлите в бар. А бармена нету, да? Козёл, ты где, блин? Простите? Да? Да. Не видели хопа. Нет, сам его ищу. Давайте искать вместе. Together. Есть у вас чем забить трубку? Нет. Я только прибыл. Вот только-только. Мне бы хопа. Не могу найти забить руку, пока моя трава растет. У вас есть травка? Да, скоро будет. Может быть, будем продавать ее на станции? Разбогатеем. Точно. Тогда я буду вашим деловым партнером. Покажите, где ваша трава. Тогда нам нужно знать и пора для выдачи травы. Я не умею взламывать. Нам нужен мультитул и отвертка. Это есть у техников. И перчатка только не ебанула. Даже это все должно быть у техников.
Идем, партнер, идем. Ебать, пацаны, сейчас наведем суеты. Здорово, АФК гэнг. Ну что, как игра, блин, ну станция великолепна. Это их работа. О, перчатки. Реймонд Беккер. Я придумал. А? Ладно. Если нам не дадут инструменты, мы скажем, что купим за будущую травку и скидку на покупку. Точно. Я видел парня с желтыми перчатками. Попробую, как в кино. Мне нужны твои перчатки. Круть, пожалуйста. Не знаете, где взять еще перчаток? Валите-ка по-хорошему, ладно. Если что, в карте есть кнопка Whisper, это шепот, который слышит только на одну клетку, если что творится на весь коридор. Да похуй. Мы не так поняли моего коллегу, что я не так понял. Билли Ли. Пошли отсюда. Я придумал. Давай. Аккуратней, эй. Ты как? Толкай меня. Куда? А как его толкнуть? А нет. Я упнул. Не пролезть, я толстый. Мужики, а. Зачем вам они? Перчатки? Холодно. Руки погреть. Не верю. Ладно, мы хотим кое-что сделать. Починить аппарат. Бля, мужики, ебать афера. Знаете что? Что еще дорого стоит? Моя квартплата. Я куплю у тебя перчатки. Мы готовы купить перчатки. По 1500 мы в расчете. Сколько нахуй? 1500 за перчатки? Это, кажется, какая-то шутка. Думали, все будет настолько легко?
Кок лес? Да кто-то. Так, сколько у нас там осталось поинтов? 243 тысячи. Одну отдам за полторы. Не. Нахер надо. Пошли. Отберем у уборщика. Так, а как там вы говорите? Как там? Мы купим перчатку. Давай просто возьмем уборщика. У нас будут миллионы. А потом поднимемся на тренд, будут миллионы. Давай просто возьмем уборщика. Это принесло наложение на наши средства. Звучит так себе. Старик. Пошли. Сейчас мы разбогатеем, подождите. Точнее, для начала нам нужны перчатки. Веди к уборщику. А, о, шопа, да, Васи. Васи, да. Как он там называется? Виспер. Это же шепот, да? А, противно точные. Пошли с нами. Дело есть. На пузырь водки. Как его зовут? Максон Стрэнглер. Детектив? А нет, это Эллион Уайт. Такие не нужны. Нам нужны желтые. Ладно, пошли к тому. Я видел в техах, принести. Неси. Пошли, мы с тобой. Блять. Оно? Четко. Ну вот. Сэкономили. Слушай, у тебя есть еще один комплект рабочей одежды уборщика. Да. Могу взять. А зачем? Для дела. Рюкзак поместится? Поместится. Ай, блять. Упал, сука. Так, что мне надо? Так, а что это за хуйня? Хуй его знает, закинем туда. Ладно, пояса хватит. С меня пузырь водки. Пошли в бар. А байк почем? Для цифровых знаков мокрого пола, а нахуй она нужна? Я ебу, начальство выдало.
трэшбок. О, это пси-пси-пси-пси. Шикалка, да? Ладно, все. F2 у ОС, кстати. Я на цивиле сейчас, но мы сейчас, блядь, займемся классным дельцем. Где бармен? Вон, на столе. Бери, пей. Что это за хуйня? Бесплатно. А как он перепрыгнул? Я забыл. Перенес себя, типа, да. Давай нальем. Ай, блядь, да что за хуйня? Пустая. Сейчас сделаем. Берите. Бесплатно, блядь. Баром потом похуй придет, да. Мусти на мультитул или отвертку. Ну шо, универс, поработал. Я, блядь, думал, Терентий... А как ты выжил, блядь, Терентий? Что за хуйня? Меня дефибриллировали. А, вот оно чё. А я думал, на цивиле, да, сейчас играю. Это мне так по кайфу. Я зашел там, блядь, спиздил графин со святой водой, поблевал вам, блядь, в глотки, но смотрю, вы не реагируете. Думаю, ну ладно. А где лидеры могут быть, получается, этими? Я тебе пузырь водки дам. Водку. Водки. Могут быть трейтерами. Так, там может. Трейтеры. Трейтеры могут быть. Или кто может быть трейтером? Главы трейтерами. А, получается так. Сейчас у нас будет оружие, блядь. Чё там? Я нахуярился. Нахуя? Нормально. Или ты хопа как-то укусил, и он нормально встал, вот вопрос. Или он тебя укусил? Он тебя укусил? Не-не. Просто спавнится. Скажи своему напарнику, естественно. А ты знал, что мы слабые, вообще пиздец. Пошли. Нет, я не знал. Вот в том-то и проблема, что я не знал. Я думал, я один. Но мы вначале слабые, ассистент, пиздец. Я типа одного типа. Там есть мультитул. Я, короче, его оглушил. Пока связал, он встал, начал бегать. Я нихуя не успел сделать. И все, и типа пришел рип, и меня разъебал. Ну вот типа, вот что я могу. Не обрыгай меня, за что ли? Начало. Только. Ну ничего, Тереха, сейчас ебать я тебя. Водички. Не водички ты уже попил, ебать. Я нахуй. Кого первым, хопа или тебя?
Трейтер это главный мем в этой игре. Блять. Блять, оставил тут свидетелей, блять. Пока собирал на показания о твоем деле, блять, что там, кто виноват и кто это. У меня все пончики пожрали. Я им сказал угощайтесь, но я им, бля, из вежливости сказал. А они реально пожрали все. А, на пойду заспаунюсь за чё-нибудь. Тела нет. Я просто бутылку разбил. Физиком, да? А я ему об голову разбил ее, да? Нет, об тело. Об тело я разбил. Держу. О. Все? Все, мы идем воровать. А на что резистит? На Б, да? Я не, сейчас не помню. Вас там пытались живыми брать, но вы так сопротивлялись, что поняли, что тут только мертвыми. Бля, я не в тот чат писал. А где кремация сейчас у священника? О, ебать. Знает? Давай, пиздим. Серёха, помоги, пожалуйста, а найти, ты всё равно мёртвый. Я уже заспавнился. А, блядь, хорошо. Ну ладно тогда. Я ослеп. Я ослеп от водки, блядь. Блядь, я нихуя не вижу. Бухло было полётным. Я нихуя не вижу и блюю. Блять. Врача. Позовите врача, блядь. Там типу тоже плохо стало. Блядь, помогите. Ебать, я упал. Пизда. Интоксикация организма. О, господи, он еще и блюет. Врача, врача, позовите врача. Что с тобой, Лёш? Врача, врача, позовите врача. Я знаю. Ай, блядь. Ебать, я не знал, что тут можно ослепнуть от водки, нахуй. По-моему, я уже видел развитие таких событий. Да, тут очень клёво. Факт. Это факт. Коротко о том, как закончится Breaking Bad, блядь. Как приносится, если в адлисте IP или название? Слушай, там РВ... Бля, в Дискорде у них чекай. С-220. С димедролом всего была, да, сука, ядрёная. Ну всё, я вон там, вон, я в криокапсуле лежу, меня пытаются откачать.
Ебать, что там происходит? Вот бы СС-14 на новом движке. Надо дождаться. Просто дождаться, и все будет ок. Че вы переродились? Так может тогда, не знаю, там, рестарт или шатлик там какой-нибудь? У меня РП идет если пока. Если больше не будет, то у вас не будет никаких проблем. Ты вот именно, блядь. Не перерождаться? А толку нам не перерождаться, если мы мертвы? Вот именно, у нас не будет никаких проблем, блядь. Снова буду сидеть камеры читать, сука. Бля, там какие-то страшные звуки. Двести пятьдесят четыре тысячи, мужики, нужно добить еще чуть-чуть, 20 штук. Пару зрителей. Двадцать штук зрителей. О, четко. Ну и чё? Чё теперь? Silent Rose, спасибо. Госставку выживет лимония. Да сейчас врачи, блядь, откачают. Все будет четко. Они меня куда-то тащат. О, он встал и упал. Так, меня куда-то привязали. Что закидал? Уже ничего, парни, уже все четко. Все классно. Ну, будешь все чаще появляться в ленте предложки в своем регионе? И насколько это длится по времени вообще? Как понять? Сколько это длится по времени? Так, я слышу дефибриллятор. И блеблевота. И сон. Там вроде было написано, сколько распоряжешься, вроде 40 тысяч было. Я вроде видел 11 тысяч. Бля, там все облёвано, абсолютно все, весь медбей. Блядь, а где мой друг? Он не может проснуться. О нет, он пытается. Страшные вещи происходят. Вот теперь написано, цель продвижения достигнута 25%. А в чем, какая цель? Как это понимать? Вы справились, чат. Мы продвинули трансляцию на 1000, а не с 1000 раз. Пользователи будут видеть ее на главной странице и в других наиболее заметных областях 1000. Прогресс продвижения можно здесь. Нихуя не понятно. Ну очень интересно. Да, я про это ищу. Просто мы шли к этой цели, а какой был смысл? Непонятно. Я не раз после корпората весь подъезд соблюдал, остановил пиздец, но ничего с ним не поделаешь. Запивать водку самокота было промеченным решением. Земля пухом. А, обычно главное в ленте у 11 тысяч пользователей. Жестко.
11 тысяч. О! Помогите мне, блядь! Мама, я не хочу умирать. Бля, почему я пишу? А, он пишет. А, он начинает. Все будет хорошо. Джонни, они на деревьях. Они везде. Я ничего не вижу. Где я? Где я сейчас? В медблоке. О, господи. Мы были у. Делайте. Что со мной? У вас отказывает печень. Ебать. Да, это жестко. А ты универчанный за гражданского, шашлыки жаришь? В данный момент я в мидбэе, блядь. Мы хотели, короче, мы хотели спиздить с чуваком, а мы спиздили мультитул, хотели украсть травку, блядь, и продавать ее по всей станции нелегально. Но все пошло не по плану. Цель продвижения достигнута. 100% достижено, продвинуто 11 тысяч раз. Очень интересно. Нихуя непонятно, но очень интересно. Не, не с одной бутылки, там чуть больше, там чуть больше, там немножко больше было все. Он спит. О, черт! Танцов Глотчи резко в гроб загоняет, да, понятно. Мы ждали тебя в Универс Буревестник. Был вызван куда? Твой путь завершается, блять. Что там? Там какие-то, хуй пойми. Иди ко мне. Вы видите это? Ужасное чувство страха охватывает тебя. Мертвый слайм. Нокс. Бля, этот монолит, пацаны. Красные огни. Охуеть, папаша. Я видел некоторое дерьмо. Монолит. Монолит. За монолит. Мунилит, блин. Может теперь свой синдикат создавать, мунилит. Брат, я рад тебя видеть. Ты видел монолит? Да сейчас, да нормально, мужики. Я видел свет в конце туннеля, а я видел монолит. Пошли. Нас ждет дело. Слышь, Тереха, ты тут? Блин, я всю станцию обливал. Да. А шо ж ты кинулся-то, ебать? Я ж там даже не светило ничего страшного, если б тебя осудили. Так,
Ну типа ты напал на типа, ну типа тебя ты напал на типа, даже ничего ему не сделал, там бы у тебя было, ну там нападение, даже не похищение какое-то или там вот, что-то еще. Посидел бы 10 минут, да вышел. Так вот меня пришли защищать, типа. Я видел монолит, чел. Тяжко, пиздец. И что он сказал? Он сказал... А что ты делаешь? Чтобы я шел к нему. Мой путь завершался. А-а-а, этот, который с рахтерами борется, блядь. Мне сказали, что у меня пульс нулевой был. Это от водки? Нет, от тока. Ебать. Получается, уборщик тебя подставил? Предлагаю набить ему морду. Ебало. Согласен. У меня розочка. Надо найти уборщика. Ломаем ему ногу. Я буду бить ебало. Он здесь. Он здесь. Охуеть. Каморку. Каморку же пишется. Камора. О, его накрыло. Так. Пиздец. Так, берем вот эту хуйню в руку. В голову. Пизда хуёво. Что случилось? Помоги ему, сука! Получи, сука! Я убил его. Ты отрезал нахуй его голову, блядь. Ебать. Ой. То, что вы тут забыли? Водку. Мне и рассказал. Я в рюкзак нахуй. Особенно как ты пьешь. Я алкаш. Так, от одежды нужно избавиться, блядь. У меня руки в крови.
Нас пустил электрик. На выход. Идем, ладно. Блять, мне теперь нужно избавиться от улик. Блять, я весь в крови. Бля, он слишком много знает, да. Ну ладно. Почему руки в крови? Я ударил своего... случайно. Мы дрались. Их там двое уже. Досмотр вещей. Сумки положить. Шаг назад, блядь. А как сумки скинуть, блядь? Как его скинуть? Ебать. Что это? Ебать! А-а-а! Блять, нас повязали, сука. Нас повязали. Что пишет админ? Это мне? Открой меню, отвечает на Раулей. Что, куда? Какое меню? Я так ему ответил. Причина убийства уборщика. Он нас подставил. Мы чуть не умерли. Да, не очень, ебать. Так может там шатлик скоро будет? Не думаю. Пацаны, машина начинается. Я тут труп, блять. Возможно, криминал, нахуй. Нахера уборщика убили, блять. Наконец-то, блять, интересное дело для меня. Ну, блядь, ну переборщили немного, я не думал, что он умрет, блядь. Так, блядь, я его не в голову бил, а порту последние удары. Типа, порту нахуй. Ты действовал наверняка, блядь. О боже, блядь. Могу принести ему свои извинения. Кто ему голову отрезал из вас? Я. Так получилось. Нет, не я. Ладно.
Блять, какой же пиздец. Просто ебануться. Мы играли в игру. И наш друг-уборщик отрезал себе голову. Да-да, так и было. Это не мы, блядь. Да, ведите. Мы все расскажем. Блять. Да, я ответил админу, Я первое предупреждение, следующие могут караться. Без проблем. Игровая условность же. Ту-ту. Так, подождите, бля, а где второй? Я застопил, сори. 27 минут сообщений. Не рекомендуется. Понял. Ну раз не рекомендуется, тогда не будем убивать. В смысле, чат стоит? Все четко. Давай, Сарпетх. Доброй ночки. О, это Максим. Были найдены. Здрасте. Знаете, что будет за убийство? Он сам себя убил. Так, бутылку я забрал. Бля, надо было труп просто спрятать нахуй, оставаться там. Все вымыть, короче, мы же были у уборщика. Голова где?
Монолит забрал. Сейчас дурку поместят нахуй. Какой нахер монолит? По дубинке соскучился. Это наша игра. Блять, убили человека, сотрудника станции. Уборщика. Уборщик проиграл, блять. Он меня подставил, блять. Он меня сдал, походу. Этот детектив грязный. А, подождите. Здрасте. Приветик. Зато Максу РП сделали. Меня зовут Мэксон, я детектив. Меня... Что у вас на руках? Это кровь моего друга. Уборщика. Ага. Не дергайтесь. На нахуй мне адвокат, блять. Я сказал, не дергайтесь. Не дергаюсь. Здесь представитель КПД установит код угрозы на синий, мальчиком скажет, что синий станет один, но действительно безопасность станет законными. Странно пишет. Что странного? Он сам себя убил. А чем? Розочка. Бутылкой водки. Во дела, блин. Вы это видели? Да, мы играли в игру. Крепкая была бутылка, похоже, что аж голова отрезана нахуй вот этим шпателем. Блять, а это не я ему голову отрезал. Давайте на чистоту, давайте. Давайте на чистоту без вины, давайте. Мы играли в игру Монолита. Какие у вас код с английском, а? Деловые. Партнеры. Какие у вас с ним дела, блядь? Бизнес. Мы хотели продавать кое-что на станции. Но потом попробовали водки и услышали зов Монолита. Звучит пиздец. Монолит. И что он сказал, Монолит? Он сказал: иди ко мне.
Твоя цель здесь. Значит так, Мьюрс. Вас обоих зажали в техах под коптеркой уборщика. У вас кровь убитого уборщика. Да. Так и есть. Мы играли в игру. Уборщик проиграл. На месте преступления орудие убийства отпечатки вашего делового партнера. Но вы мне нравитесь, у вас на руках... Подожди, блядь, кто-то зашел. Но вы мне нравитесь, если вы признаетесь, я могу вам помочь. А чем мне помочь? То по всей строгости. Ваше признание может скостить вам срок. Вы хотите, чтобы я сказал, что уборщика бил я? Может, его убил ваш друг? Нет. Мы зашли к нему в коморку и предложили сыграть в игру. Он согласился. Целью игры было разбить бутылку об голову. Он разбил. И умер. Мы закончили. Это тоже нахуй за убийство, блядь. Сотей. Группа лиц маньяков. За монолит. Мы все... Вас всех засудят, гады. Все будет хорошо. Позовите сюда детектива. Срочно. Он учел тот факт, что в крови уборщика был алкоголь и, возможно, наркотики. Я готов сознаться. Зовите детектива. Подождите. Сейчас, пацаны. Блять, да мы зря, знаете, что нужно было сделать? Мы идеально его захуярили, но нам не нужно было убегать типа из техов. Нам нужно было сидеть в каморке, просто спрятать, переодеться. Мне переодеться в уборщика нахуй, а тело уборщика нахуй куда-нибудь спрятать, блять. В шкаф, блин. Закрыть его нахуй там, и теперь я уборщиком бы стал бы. И все. Просто под дурачка бы закосил, и все.
Самому себе? Ну, как сказать? Пришлось немного подсобить. Морально, правда. Шпателем, блядь. Я шпатель? Ну у меня же не было шпателя. Что, получил мой универс? Думал, сможешь уйти от правосудия, блядь. Блядь, Максон, ты бы видел, что там происходило? Это просто пиздец, жомба. Я когда зашел, блядь, я уже охуел. Там кровище кругом, валяется шпатель, блядь. Ты понимаешь? А что у вас было? Валяется голова, блядь. Понимаешь, шпатель нихуя не мой. Не знаю вообще, откуда он взялся, блядь. Это не твой, это коц, это твой чечелик. Пиздец, походу он его отсек, нахуй. Блядь, ну это просто ржомба. А откуда у тебя его кровь? Ты его пиздил руками, что ли? Я его пиздил бутылкой. Так ты понимаешь, что эта сука сволочь нас подставила, блядь. Но я не хотел его убивать. Ну так уж вышло. А чтоб ты понимал, прикинь, я хожу там, гуляю, блядь, и тут у меня видно, что труп, короче, без головы в кабинете. Я такой, чё за хуйня, блядь? У меня очки есть, рентгеновский режим, типа. Ну-ну-ну, я помню. Я захожу, там кровище кругом, пиздец, блядь, приплыви, нахуй. Говорю, открой, закрой и... Бля, а мы же можем этот труп в шкаф спрятать, теоретически? Да, конечно, или в мусорку, потому что мусорка была... А, сейчас, подожди, РП. А кем okay. Универс был? Обычный гражданский. Так а зачем он труп сделал? Кого-то. Ну хоть мне веселье, блядь, подкинули какое-то. Да, мы решили Максу РП подкинуть. Ну конечно, блядь. Что ты хотел нам сказать? Я хотел сказать, что я помог уборщику умереть. Он этого давно хотел. Но не решался. В общем, это был я. Я его заставил. Так, можете это проверить. Их обоих на каторгу. За монолит. Ну что, полетели работать? Бля, меня Макс хотел вытащить. Бля, так он ему шпателем отсек голову нахуй. Охуеть. Просто шок. У тебя бутылка целая была, ты не мог ему голову? Нет, у меня была розочка же. Тут же розочка. Бля, а так-то, слушайте, так-то это интересно, блять, заманивать типов, просто убивать, пытаться скрыть следы, блин. И дальше играть.
Да, я бутылку разбил для этого. Коц, ничего не говори. Да, теперь, блядь, только не убивать. Да не, почему? Убить можно, но надо съебаться очень грамотно, получается. Я не знал, а мне просто пишет убийство, и придется объясняться. Ну, ничего. Можно, можно как-то найти причину же, нет? Казнь? Какая нахуй казнь? Я иду к монолиту. Теперь нужна веская причина. Я тебя понял. Ясно. Покончим с этим. Роль антагониста есть для резни. А кто это? Что ты за антагонист такой? Извините. А что за роль? Мне все-таки кажется, ты ему голову отхерачил. И даже админ в логах написал, что ты его убил. Подумали на того сообщника, так на месте преступления был шпатель. Было логично, ты сказал с Владимиром Розочкой. И так... Я наносил последний удар в рот. Я не мог отрезать голову ему. Есть предатель Генократ. Да, бля, надо более углубиться в эту всю тему. Суд поединка, бля. В мечах. Мои предки улыбаются, глядя на меня. А ваши? Ваши улыбаются? Если шкалка выше настройка пункт желания появиться на предателя, то в игре тебе могут вначале быть тайную роль, тогда можно резать людей жестко. Ты 100 пудов отрезал ему голову, видел в твоих логах, что голова улетает по дуге от удара розочкой. А, понятно, просто все подумали про шпатель. Ебать, я знаю. Беги. Блять, мне, сука, он вставил мне. Как я себя чувствую буревестником, блять, которому завязали рот. Фус, рота. Блять, не работает. Прощай, друг. Кидайте их в ворота. Ебать. Блять.
Стой, я развяжусь. Вытащи это, блядь. Так, ну что, уже скоро эсмину пора заканчивать, я так понимаю. Ну, Мунёрс, рассказывай, как там было, блядь. Короче, блядь, мы хотели, понял, у садовников спиздить травки, чтобы продавать ее, короче, нелегально, как и говорил. Мы искали перчатки, чтобы, короче, этот, взломать мультитулом, что-то такое. В общем, нас наебал уборщик. В итоге тип, который вот этот, который коц, он уебался током, я так понял, чуть не откинулся. Короче, а я в это время от водки погибал там. Я потом этот... я потом решил, получается, говорю, бля, давайте потомстим ему. Давай, мы хотели его просто напиздить сначала. Блять, мы что-то увлеклись. Мы, короче, позвали его в каморку, он еще бухой был, типа, этот уборщик. Мы начали его хуярить. Короче, пиздили так, что в итоге, сука, я ему розочкой отрезал голову, блять, случайно. Это мой был последний удар, это не шпатель. И, короче, мы в техе начали съебываться. И нас вот эта фурия, блядь, настигла. Все, я снял ленту. Угу. Вот, и все, и потом ты знаешь. А кто ему голову отшивал? Его вообще пиздили, блядь, до потери сознания? Так я тебе говорю, мой удар был последний, я ему розочкой голову отрезал. А где розочка была? В сумке, у меня сумку изъяли. А ты не нашел сумку? Нет, так мне не дали. Я, блядь, сидел. Я там на месте преступления все делал. А, нихера себе. Жестко, жестко. Угу. Бля, у меня еще РП идет. Угу. Ну а у нас тут ящеры сильны вместе. Что это за место? Ручка. Как там включить фонарик? Вот, флешлайт. Что это? Инструменты. Так. Пояс инструмент. Понял. Это тоже туда. Это что за хуйня? Мультитул, а. Ты думаешь, отсюда можно выбраться? Да, это сервер по ватлисту. Не знаю. Я думаю, проще убить друг друга. Слушай, отсюда, куда вы нас поместили, нет же выхода, правильно? Максим. А, Максим, громко по клавиатуре. Ой, простите меня, пожалуйста. Максон. Куда нас кинули? Оттуда же нет выхода, правильно? Нет, вы не уйдете. Куда вас кинули? Портал. Пойди на какие правила.
Отсюда можно выйти, нужно только запотеть. Стой! Дай мне нож! Брат! Ой, что? А, он меня... Воздух! А, нет! Он меня убивает! А, это он меня решил захуярить. Он меня хуярит. Все. Да, у меня даже нечем было драться, кстати. Хватил бы тулбокс, захуярил бы. Да ладно. Так, а смысл уже? Все. До сих пор режет, блядь. Блядь. Что? Он себя не может порезать, что ли? Я не могу так жить. Но он перерезал мне глотку. Все. Сейчас тоже умрет. Ебать, мужики, и умерли они в один день. Он умирает. Все. Он в мэр. Так и закончилась история двух неудачных предпринимателей на станции 13. Слушайте, а было неплохо? Было достаточно смешно, мне прям даже по кайфу было.